Продолжается ремонт поликлинического отделения на улице Гаршина в Томилине. Врачи уже переехали в обновленное крыло здания. Ремонт во втором крыле начнется с 25 января. Ну а пока результаты работ оценил глава округа Владимир Ружицкий. Без отрыва от производства. Именно так во время ремонта работает поликлиника на Гаршина. В смену здесь принимают около 250 человек. И для них, как заметил глава округа, необходимо создать хорошие условия для получения медицинской помощи. У нас все идет по графику, по плану. Мы, во-первых, входим в программу Московской области по ремонту больниц, поликлиник. И по этой программе мы в 2017-2018 году должны отремонтировать 14 больниц, поликлиник. На сегодняшний день в 2017 году отремонтировано 7, осталось 7 на 2018 год. Вот в это число 7 входит вот Томилинская поликлиника. Отметим, ремонт в медицинских учреждениях проводится по областной программе здравоохранения Подмосковья, которая продолжится до 2020 года. Работы в Томилинской поликлинике номер 3 начались в сентябре 2017 и планируют завершить к июню 2018 года. Мы дружно переехали на одну половину поликлиники, сделали вот эту часть со вторым этажом. После этого мы вернулись уже в отремонтированную часть поликлиники, и продолжается работа, значит, в той части, которую еще не делали. Поэтому люди для того, чтобы получили эту помощь, вот немножечко теснятся, но люди довольны, мы оказываем помощь, мы никому не отказываем. Теперь больнице предстоит ремонт второй части здания, который начнется в ближайшее время. По словам Людмилы Редькиной, планируется хорошее медицинское оснащение, замена аппарата УЗИ, обустройство кабинета окулиста, лора, а также создание кабинета для профилактической медицины. Мария Антонова, Александр Богданов, телеканал ЛРТ. Привет! Вы смотрите ЛРТ, а я Мария Лапчева. Подписывайтесь на наш канал на YouTube, ставьте лайки и будьте в курсе самых актуальных событий.